Всего одна пара, и я свободен. Отличный день. Так, стоп. Я забыл в универе пакет. Черт. Но я же не могу просто взять и начать идти в обратную сторону. Люди подумают, что я ненормальный. Блин, что же делать? Ладно, пока иду дальше. О, идея! Сначала остановлюсь, типа я решил посмотреть в телефон. Будто мне пришла смс. Отлично. Сейчас медленно пойду обратно. Да, у меня получилось. Я не выгляжу идиотом. О нет, он посмотрел на меня. Мне кажется, он все понял. Он понял, что я иду обратно. Он потом всем расскажет, что видел придурка, который развернулся на улице просто так. За что мне это все? Зайду в кольцо, пока делать нечего. Просто приятная прогулка. Если бы не этот промоутер. Только не ко мне, только не ко мне. Так, передо мной идут парень и девушка. Парень в больших наушниках, руки в карманах, он флаеры явно не возьмет. И промоутер об этом знает. Остается девушка. Используй ее как живой щит. Время перезарядки у промоутера примерно 2 секунды. Надо успеть в это окно. Держусь близко к девушке, но не слишком близко. Осталось 3 шага. Господи, помоги мне. Так-так-так, задача на это свидание. Быть милым, быть интересным, вспомнить смешные истории и не смотреть на декольте. Повторяю, не смотреть. Зачем она пришла в такой кофточке? В минус 20. Может, она хочет, чтобы я это увидел? Нет, это ловушка. Так, она хочет сделать глоток. К чертям, все. У меня есть 1.5 секунды. Сейчас или никогда. О нет, почему она подняла глаза раньше времени? Она заметила? Молчит и улыбается. Конечно, заметила. И что теперь? Сделаю вид, что взгляд просто блуждает. Да, мне интересно все. Пол, картина, потолок, наклейка с огнетушителем, хлеб ручной работы. Заодно и это попало. Так просто вышло. Черт, я же снова посмотрел. Она поправляет блузку. Стопудово спалился. Или ей просто холодно? Еще бы. Минус 20. Она просто неадекватная. Не то что я. Осталось всего 20 флаеров. Холод собачий. Надо побыстрее закончить. Идут трое. Парень в больших наушниках, руки в карманах. Да, это крепкий орешек. Девушка молодая, взгляд блуждает. Легкая добыча. Дам сразу 2. Так, и мистер хитрец, который пытается скрыться за девушкой. Ты самый умный? Думаешь, я тебя не вижу? Теперь ты цель номер 1. Обманным выпадом в сторону крепкого орешка пропускаю девушку и с разворота отдаю флаер умнику. Господи, помоги мне. Давно не заходил в инстаграм Яны. Так, а этот самородок я как пропустил? Здравствуйте. О нет, я ее нечаянно лайкнул. Именно ее, одну, 73 недели назад. Теперь она поймет, что я лазил по ее странице и повелся именно на эту фотку. Так, нужно что-то придумать. Разлайкнуть или нет? Разлайкнуть или нет? Если разлайкаю, и она это увидит, будет еще более палевно. Идея. Надо лайкнуть еще парочку. Сделаем вид, что я с этой фотки только начал. О, она студентка КФУ. Здорово! Бабушка в качалке с коктейлем? Ха-ха-ха, смешно! Стих! Вау! Да, мне интересна не только твоя внешность, но и твой внутренний мир. Лайкну еще одну пляжную фотку, будто бы я не стесняюсь этого делать. Идеально. Дело закрыто. Может, мы даже сможем замутить.